Первый день чемпионата Европы на немецкой земле встретил спортсменов непогодой. Так что 20 числа мая прохладно не только в Москве, но и в Германии. Но, тем не менее, все страны-участницы собрались на официальное открытие. В этом году за звание европейских чемпионов борются 6 команд. Россия, Беларусь, Литва, Нидерланды, Франция и Германия. Именно с хозяевами турнира пришлось встречаться российской сборной в день открытия. На трибунах 3000 болельщиков. Все ожидают от своей национальной команды только победы. Россияне настроены на серьезную игру и просто так сдаваться не собираются. Открывает счет капитан российской сборной Владимир Сосницкий. Но кроме мастерства спортсменов, игру пытаются сделать и судьи. Эту встречу судят французские арбитры. 15 минут удаления для россиян и 2 пенальти в наши ворота заканчивают встречу со счетом 2-2. Первый результат, первая ничья, и мы ждем продолжения турнира.